Мы сейчас должны вот туда пролезть. Если мы сейчас... Кто сейчас здесь пролезет, значит мы... Максим, там тоже мы идем дальше. Кто не лезет, едет обратно, идет обратно. Все, мы дошли до места, которое решит, пойдут ли все или нет. Вот оно. Вот это место. Молодец, умница. Давай иди туда. Куда? Вот здесь сидишь, хорошо? Сейчас следующий Виорел. Мне главное встать. Так, нормально? Так, стой, я уже не помещаюсь. Головой, да, но... Кепту, короче, как... Грудь. Грудь не помещается. Я до свечерку мыли сейчас. Короче, еще один вариант, если нету... Не помещает, не так. Тут, если было бы еще пару сантиметров, то а так больше надо. Да, я не застрял. Не, ну, на стрейч, Горел. Короче, нет, обратно. Горел. Давай, невидимая фара ложишь лыж. A few moments later. Вначале мне казалось легко, тем более, как мне рассказывали там, что есть и трудные места, но с желанием как бы можно пройти все, да? И у меня вот появилось это желание до пещеры, как бы до этого места назначения, у меня не было этого желания. А там у меня вот появилось это желание, я хотел как бы, если дети тем более смогут, то я почему не смогу. И думал пройти и я эту пещеру до конца, чтобы новые ощущения чтобы были. И когда зашли в пещеру, то... Ну, изначально там были немножко тяжелые вот проходы, но я почему-то думал, что это легко и думал до конца, как бы я смогу. Там было такое место, метро называлось. Там надо было на животе ползать, это местечко. И да, было тяжело, но я прошел ее и думал, если это я прошел, то я сумею до конца. И потом, вот после этого места, там есть наверху, так надо было, там узкое такое, и надо было наверху так залезть. И вот тут я уперся и не мог. Очень пытался, пару раз даже, и так. Виталик сверху мне кричал там и подсказал, как надо. Максим снизу там меня толкал и показал, куда ноги поставить, и чтобы было удобно. Пару раз попробовал, но не смог. Но ощущения я испытал очень хорошие, как бы приятные, мне очень понравилось. Уже дальше вышел из пещеры, ну как зашел, и уже ждал ребят. Спустя пару часов, 3,5, почти 4 часа, и уже шашлыки кушали. Аккуратно голову, главное. Эмилия, идем дальше.
Давай ты на пузо встань, я тебе помогу. Дай руку. Какие ощущения? Давайте говорите, какие ощущения. Страшно? А? Страшно. Я думала, что я застряла. Да, пузо мешало? Нет, просто падаю, тоже как и миля. У меня эта обувь очень скользкая. Это вообще для физкультуры я сделала. Которые я из этого скользила. Много. Давайте вы решайте, идем дальше или возвращаемся? Идем дальше. А мы потом вернемся. Нам дальше очень много идти. О, да, да. Сейчас идет следующая Ариана. Тут я не могла поддержать. Ариана, что, сложно? Сложно очень. Ариана, у тебя есть шанс сейчас сказать, идем дальше или возвращаемся? Сейчас. Она скажет дальше. Нет, так это такое серьезное, не детское. Согласна, что это не детское дело? Да. Серьезно. Ариана, аккуратно голову не ударь. Серьезно, я его такой. Да, не сам. Ударилась очень сильно. Прям такая быстрая, я вообще сама час сидела. Да, меня так. Из детей самая худая и сейчас. А как через это пройти? На пузе. Серьезно? Да. Это вам прошла. Шапка. Мои миля, мне бы тут. Хорошо, давай сейчас вы пока вот. Ради вас мы сделали этот поход, сами мы тоже не хотели. Ариана, ну встань вот сюда. Вот так, чтобы вы все втроем были. Давайте, говорите. Милен, Ариана. Было очень тяжело. Хочешь дальше или хочешь обратно на шашлычки? Я должна была другой. Ты уверена? Да. Это там будут сложнее. Я уверена здесь. Дальше. Милена. Что? Дальше или идем обратно? Конечно, дальше. 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 Ну ладно, тогда идем дальше. А я как поняла, что мы в прошлый раз не шли этим путем, да? Да, не шли. Зачем вы так решили? Я надеюсь, что попадет эта штука. Да, она шла.